Завершился кубок Руслана Салея, победитель турнира «Динамо Минск». Серебряный призер «Столичная юность». В борьбе за бронзовые медали боролись «Динамо Молодечно» и «Гомель». Для Гомеля проведение Кубка Салея стало значимым мероприятием. Во-первых, на трибуны вернулись зрители после перерыва. Во-вторых, финал республиканского турнира принял областной центр. Гомельчане были в предвкушении хорошего хоккея. Жду победы «Рыси» и болею за них. Хотелось бы победы родной команды Гомеля. Ну, упорная борьба, но я думаю, что ребята смогут. У нас очень много талантливых хоккеистов. Поэтому я верю в нашу команду. Наши хорошо забросили первую шайбу. Конечно, «Динамо» тоже не дремлет, дал хороший отпор. Надеемся, что наши также будут в дальнейшем сдерживать позиции свои. Но я думаю, то, что «Гомель» выиграет, они сильные, хорошие и молодцы. Открыли счет номинальные гости площадки «Рыси». На 8-й секунде забросил шайбу Егор Корбит. Чуть больше 2 минут понадобилось хоккеистам из «Молодечно», чтобы восстановить паритет. За 2 минуты до конца первого периода гомельчане остались в меньшинстве, и Соловьев из «Динамо» не упустил момент 2-1. Во втором периоде представители «Молодечно» еще раз воспользовались удалением у гомельчан, и Климович поразил ворота Мерзлова 3-1. За 7 минут до конца второй 20-минутки гомельчане остались в большинстве, воспользоваться численным преимуществом, увы, не получилось. В третьем периоде представители «Молодечно» не дали опомниться гомельчанам и забросили шайбу в первые 30 секунд. 4-1. За 3,5 минуты до конца матча произошла небольшая потасовка. Гомельчане снова в большинстве, но хоккеисты «Молодечно» забросили в ворота «Рыси» 5-ю шайбу. Итоговый счет 5-1. За матч подопечные Стася создали немало моментов, но доводить атаки до конца у них не получалось. Главком «Гомеля» такой игрой остался недоволен. Не было движения, не было энергии, мертвая лавка, раздевалка, не знаю, кто-то, наверное, довольствуется тем, что команда попала в финал. Посмотрим, значит, этих людей здесь не будет. Я максималист, и это кому-то достаточно финала, мне недостаточно. С победой «Молодечно», отличное движение было, мне понравилось, чего не скажешь о нас. Каждый тянул одеяло на себя сегодня, каждый пытался быть каким-то героем. Не было дисциплины. На передышку после турнира времени нет. Уже через неделю стартует чемпионат страны. Первый поединок – областное дерби. 7 сентября Гомель на своем льду будет принимать «Металлург». Начало матча в 19:00. Также сегодня стало известно, что 4 сентября пройдет традиционная встреча с болельщиками. На интересующие и актуальные вопросы ответит руководство клуба, тренерский состав и ряд игроков команды экстралиги.